Приветствую, друзья. Ну вот как сказать, новые, не новые, но приемы для шеи в направлении напряжения. В этом их сила действия. То есть вы делаете только то, что вам приятно, и делаете то, что организм подсказывает. Значит, смотрите. Вот, например, у меня схватило шею. Например. Я беру в направлении шеи, делаю то, что организм требует. Не вопреки, а в направлении. Потом другое. В направлении. Потом третье. В направлении. То есть, как организм хочет, я прислушиваюсь к себе. И поэтому беру. Вот, например, в этот момент мне хочется сделать вот так. И я делаю так. Так подержал до пика какого-то, и раз, и отпустило. Еще раз попробовал, еще раз подержал. То есть то, что организм просит, то и сделайте. Вот так, и вот так, и вот так, и вот так. Как к организму хочется. Вот в чем дело. Итак, приемы для шеи в направлении напряжения.